Больше часа пришлось бороться с огнем. Пожарным Нарьян-Мара огорели частные деревянные гаражи, которые расположены на рыбокомбинате. Все случилось в 17:05 по так называемым сараям. Пламя распространялось очень быстро. На месте возгорания работали все силы и средства пожарной службы. К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Точные причины пожара сейчас устанавливаются.